Первые теплые дни – время для уборки и приведения в порядок территории. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева стартовал месячник по благоустройству. Городской округ Воскресенск тоже начал подготовку к весенне-летнему периоду. Накануне состоялся первый в этом году субботник. В весеннее время возникает острая необходимость провести уборку территории. Ну и понятное дело, что решить вопросы только силами дворников – это очень тяжело. Видите, сколько мусора, ну, сами посмотрите, насколько заполнен контейнер, который сегодня был еще пустым утром. Конечно, привлечение населения, привлечение общественников – это очень важный момент. Активные воскресенцы совместно с представителями коммунальных и дорожных служб привели в порядок территории в микрорайоне ЦМ-Гигант и в городе Белозерский. Молодец, Артем, молодец. Придешь ко мне в понедельник на шестой дом, да? Да. Все, мы с ним договорились. Помогают субботники даже дети. Артем Ротнов уверен, что нужно оберегать природу, убираться и соблюдать чистоту. Я сегодня помогал маме. Собирал палки, мусор собирал, собирал листья. Помимо субботников идет проверка готовности специализированной техники к работе в летний период. На сегодня муниципалитет располагает более чем 40 единицами коммунально-уборочных машин. По поручению губернатора Московской области 3 апреля мы даем старт всем субботникам, которые у нас пройдут на территории городского округа Воскресенск. Мы рассчитываем привлечь более 5000 жителей нашего города и округа для того, чтобы совместно навести порядок. Также будут задействованы 62 предприятия и маленькие торговые точки. Следующий субботник состоится 10 апреля. От мусора и сухой листвы очистят парки, дворы, площадки и территорию вдоль автодорог. Присоединиться могут все желающие. Весь необходимый инвентарь для уборки выдают на месте. Карина Леднева, новости Искра Вект.